Здравствуйте, ребята. Мы начинаем урок физической культуры номер 24. В первую очередь, хотел бы сказать, мы на дистанционном обучении, все с вами учимся по-новому делать, выполнять все упражнения. Тема урока — метание гранаты на дальность. Девочки 500 грамм, юноши 700 грамм. Задача урока — обучение техники метания гранаты, развитие силы мышц руки плечевого пояса, мышц спины и брюшного пресса, а также мышц ног, повышение общей выносливости, работоспособностей и совершенствование физических способностей, укрепление здоровья. В первую очередь хотел бы вас уведомить о том, что при выполнении всех упражнений или при выполнении в домашних условиях соблюдайте в первую очередь технику безопасности. Первое то, что будем мы с вами проводить, это ОРУ, вообще развивающие упражнения у нас. Второе, будет ссылка у вас внизу стоять в вордовском документе для того, чтобы вы могли обратить внимание. И третье, это у нас также в некоторых документах будут ссылки на некоторые, и будут также работы для того, чтобы вы могли выполнять работы. Общие развивающие упражнения. Упражнение номер один. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны головы вперед, назад, лево-право. На 4 счета показываю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение у нас — развитие плечевого сустава. Разминаем плечевой сустав, руки на плечи, круговые движения в плечах. На раз, два, вперед, на три, четыре, назад, поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Дальше махи руками у нас идут. Правая рука вверху, левая внизу, ноги на ширине плеч также. Начинаем. Раз, два, три, четыре. 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 И раз, два, три. Закончили. Также у нас ноги на ширине плеч, руки на пояс, наклоны вперед, назад, влево, вправо. На каждое действие, под каждый счет. На 4 счета поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Также начинаем переходить плавно к ногам. Так же, как мы делали ноги, выпады вперед. На раз, два тянемся вниз. На три, четыре меняем ногу в прыжке. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Также у нас получаются перекаты с левой ноги на правую ногу. Также садимся на коленку, только сбоку. И переходим у нас плавно на вторую сторону. Раз, два, тянемся. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Также в нашем упражнении мы должны с вами развивать кисти и голеностопы. На раз, два, три, четыре. На раз, два также разминаем сверху ручную. Раз, два. И на три, четыре левую ногу. Раз, два, правую ногу. Раз, два, левую ногу. Раз, два, правую ногу. Также у нас разминаются все суставы. В конце нашей разминки общеразвивающей мы, как всегда, заканчиваем с вами как? С помощью приседаний. На каждый 20 раз приседаний. Руки вверх. Ноги также. И приседаем. Считаем. После того, как заканчиваете приседание. Не знаю, сколько сделал, конечно. Не считал для того, чтобы вам говорить. Также у нас идет на руки. Разминка рук в упор лежа 20 раз.
Все, на этом наша разминка заканчивается. Дальше проходите по плану действий.